Праздники двора стали для семей села Энергетик доброй традицией. Жители домов по улице Высоковольтная проводят их несколько раз в год. Вот и в четверг, 13 января, поучаствовать в спортивных играх вышли десятки семей. Родители признаются, что подобные встречи – прекрасная возможность провести время с детьми на свежем воздухе. Переживать о том, что кто-то может замерзнуть, не стоит. Ребята поглощены конкурсами. Сама я живу в этом доме, в 12-Б. Мои две девчонки учатся в 15-й школе. Такой праздник проводится очень часто, 2-3 раза в год. Праздник – это вообще замечательная такая вещь, когда и дети собираются, очень активные у нас ребятишки, когда и родители имеют возможность пообщаться. Это вообще забота о наших детях. Малыши довольны не меньше взрослых. Они выходят играть на улицу каждый день, но говорят, что когда родители сами придумывают и проводят конкурсы, становится намного интереснее. Поэтому всегда участвуют с удовольствием. Мне праздник очень понравился, все было весело. Я с нетерпением ждал этого праздника. Мне понравился конкурс, где надо было, как палкой напарника перетаскивать на другой корпус. И конкурс мне понравился. Мне нравится праздник, моим друзьям он тоже понравился. С кем ты сюда пришел? С бабушками. Если не замерзнуть на улице, детям помогали подвижные игры, то спасти от непогоды в школе сможет ППМИ. Так считают представители инициативной группы. Они подали заявку на участие в программе, чтобы заменить окна в учебном заведении. Нынешние деревянные перед сквозняками бессильны. С этим согласны и жители села, чьи дети сидят в холодных кабинетах не один час. Мы сегодня выступаем в поддержке нашего большого проекта по замене окон в нашей школе, в школе номер 15. Этот проект у нас реализуется уже не первый год в нашем селе, поэтому я надеюсь, что эта наша задумка, она реализуется. Поэтому дети очень рады, у нас сегодня очень весело, поэтому приглашаем нас в гости. Требуется заменить 69 окон на трех этажах здания. Для этого нужно почти 1,5 миллиона рублей. Собрать средства самостоятельно родители не могут, поэтому вся надежда на финансирование из бюджета. На празднике двора, пока дети соревновались в быстроте и ловкости, взрослые задавались насущными вопросами. Очень довольны все, все играют, участвуют. И родители вышли, которые поддерживают наш проект. С ними же мы обсуждаем дальнейшее развитие нашего проекта. Сейчас жители собирают все необходимые для подачи заявки документы. Их нужно подготовить до 31 января. А уже после начнется конкурсный отбор. Победа в программе поддержки местных инициатив станет для этих людей еще одним общим праздником. Карина Анисимова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».